сейчас мы пойдем в эту самую большую трубу. Нет, мы идем в Никольский собор, посетим, да, посмотрим. И обязательно покатаемся на горке. Мы взяли для этого ватрушечку, да, Николь? Вон Никольский собор, как раз красота. Купол. Мы постараемся внутрь зайти и заснять его изнутри тоже. Там очень красиво. Построен при Николае II в 1906 году. Там надо потом будет глянуть более точно. И сам он посещал данный собор. Для моряков он был построен. Такая протока здесь. Так. Доминик, а это что за памятник у нас? Знаешь? Сейчас мы посмотрим поближе, что это у нас за памятник. Такой красивый. Сегодня 19 января, плюс 3 градуса, снега нет. Кронштадт. Адмирал. Беллингсгаузен. От его почитателей сюжетов. Вот адмирал, вот красиво. Ну все, мы идем дальше. Смотрите, какая красота. Вечный огонь. 1919-1921 год. Сражение в битвах за счастье народу живых. Живые благодарность они заслужили. В памяти жертв Кронштадтского восстания 1921 года. Такой вечный огонь. Пахнет газом. Доминика, пойдем. Первый.
Эй! Девушка, привет! Нет? Я тебя догоню. Догоню, догоню. Ника, привет. Кто это поет? Мам, батюшка поет. Пальцы в руку, да? Уходи. Никой, подержи, пожалуйста, нянечку. Я покупаю его, чтобы было. Ой, да, спасибо большое. Николь, если будет, подержи, пожалуйста. Маленькие свечечки. Вот сюда. А кому нужно загадать желание при поцелуе? Ну, к любому мужу подойти, святому. Своему желанию? Или...